Hoy nos damos en Olia. Из Флоа. Флоа из Германии, Лукеш из Индии. What's up? How are you? I'm fine. Привет, да, хорошо. Can you tell us what this? This is a very famous mosque in the name of Hazrat Nizamuddin Aulia. And on the other side we have another mosque. He was a very good poet, Amir Khosrow. Ребята, тут настолько все необычное, тут просто в голове не укладывается, как по-другому люди живут, но я не могу много снимать, потому что я не хочу тут никого пугать. Так что, надеюсь, вы успели рассмотреть то, что я успела для вас снять. Ладно, выключаюсь. Это вход в саму мечеть. Ребята, я вам честно говорю, если бы не Мукеш, сюда вообще никогда не приходят белые люди. Поэтому мы бы никогда это не смогли увидеть. Вон Фло вытирает ноги, потому что там очень грязно, там пахнет как будто бы и кровью, и там бараньи головы даже в некоторых углах лежат. Фу. Опыт, конечно, удивительный. Одни никогда туда не думайте идти, никогда. А здесь вот готовится еда, ребята, тут так вкусно пахнет. Вот сейчас вы видите вход в этот мусульманский квартал, в котором мы только что были, в котором посетили мечеть. Ну, тут очень красочно, интересно, конечно, и грязно одновременно, и я не знаю, все чувства смешиваются от Индии, честное слово. Но, ребят, такого в жизни я не знаю, когда еще такое увидеть. Называется Evergreen. What, Lukesh, what do you have? Idli. It's a South Indian dish. Idli. Южноиндийская пища. Вот эта лепешка сделана из риса. А у меня просто обычная индийская еда. Рис, спайси морковка и бобы. Я съела абсолютно все. Просто две тарелки навернула. Но вот эту вот перченую морковку я никак не смогла. Она настолько острая, что это капец. Ой, даже не уходи остро. Но все было очень-очень вкусно. Просто муа. In Hindi они говорят sorry, not lazis, but another one. Свадишт. Свадишт означает очень вкусно. Это было очень свадишт. Сидели в кафе и опять вышли на ту же самую улицу. К нам присоединился еще один человек. И это капец, тут так людно, тут все тусуются. Я точно не люблю такие места, но нам хотят, видимо, тут все показать.
выходим отсюда и направляемся в сторону метро. Домой, спать.